Проснулся в 6 утра, поработал до обеда, поел и поспал. Ой, да, ну и режим у тебя, конечно, с таким режимом тяжело, наверное, живется. Ужас какой-то, буф, некомфортно. Иви Эй Би, здравствуйте, если вы человек. Режим дна, да-да-да, именно, не режим сна, а режим дна получается какой-то, это правда. Ну, я не знаю, собираешься ты выправлять или нет, но надеюсь, что собираешься, потому что я думаю, организм немножко прифигет от такого. Ой, смотрите-ка, что это здесь. От таких режимов ни один организм не будет доволен, явно. Закинемся быстренько и уплывем отсюда на миссию. Хорошо, Нойс, хорошо. Почему-то не мой ник. Потому что там это же. Я говорил, кто первый там, типа, сабнится или подарит сабку, ник впишу сюда. И Топич такой, ха, легко, на, держи. Тут где-то еще место было, только я не помню где. Так что есть шанс. Привет, Грифон, привет. Да нормально, нормально, нормально. Все нормально. А, вот, кстати, вот место под какого-то сабскрайбера здесь, или под того, кто подарит сабку. Ой, я, кстати, знаете что? Кстати, от раз уж мы за финансы заговорили. Мы же камеру-то все. Я поправил донат гол, и теперь там остается на свет, типа. Вот, подождите, а что там с цифрами? Стоп. Я не. Черт, я неправильно поправил. Я не то. Я остаток прибавил, надо же еще. Подождите. А, да, точно, точно, я не все прибавил. Сейчас я поправлю, пока стоим балаболем. Ну как? Типа того, да. Сейчас я найду эту сумму, на которую надо поправить. Что-то я. Сегодня из меня математик просто ужаснейший. Просто отвратительный. Так, мне надо вот к этому будет прибавить сейчас другую цифру. Плюс. Да нет, я как раз-таки вроде бы доспал и выспался, и все нормально, но что-то именно с математикой у меня сегодня какие-то нелады почему-то. Чего? Боб, ты не в тот чат пишешь. Надя на другом стриме. Почему ты пишешь сюда? В тот? В смысле? Она... А, она палит, что ли? Она там настолько ей нечем заняться на стриме, что она открыла мой стрим? Да, интересно, интересно. И захватывает не рабочий стол, а окно с иллюстратором, я так понимаю, да? Дэм. Так, вот. Это оно или нет? Блин, я сейчас прибавлю, конечно. Попробую. Ой, идиот. Я, слушайте, не, я, пожалуй, наверное, я потом посчитаю, забейте. Я просто выключу, потому что сейчас что-то с этой математикой, конечно, у меня... Я забыл, что из чего вычитать надо. Злой ты. В смысле злой? Почему? Что? Ни с того ни с сего просто наехала. Привет, кстати. Еще раз. Ты лучше фотографии для донат-гола не нашел? Нет. Так у меня нет фоток, поэтому не нашел. Я ей это специально растянул, чтобы она и так, типа, такая. Я сделал ее максимально уродской. Я к завтрашнему... А, получается, к послезавтрашнему поправлю уже. Ну, пятница, но... Так что там, Надя, достримила уже, что ли? Этот... А что я здесь делаю? Мне надо уже плыть. Иллюстратор или как? Свинку доделала? Не, я... В смысле фотосессию? Нет. Зачем?
Буду ковырять ее, настраивающе в настройках разбираться, потому что я не шарю за все эти вот ISO, вот это вот все. Знаю, что автофокус надо вырубить для того, чтобы нормально работал с карты захвата. Это я знаю. Кстати, странно, я вроде бы видел, что люди с автофокусом стримят, но, видимо, не на этой камере. Но мне он не особо-то и нужен, наверное. Надеюсь, очень надеюсь. Вы, кажется, сделаем крутая. Да, ну это примерно оттуда же, по-моему, ну, то есть с того же дня вроде бы. Просто там-то я не один. Так, а я сделал нужные ингредиенты? Да. NVIDIA Broadcast раз надо будет скачивать. Ладно, там я думаю сам разберусь. Зачем мне NVIDIA Broadcast? Нахрена она мне нужна? Я что-то не понял реально, зачем она? Что мне стримить через нее что ли? Или что мне фон вырезать? Он в Discord расскажу, ну окей. Но вообще я не собирался ей пользоваться. Мне она не нужна, по-моему, совсем. У меня же только с RTX работает. Да там уже патчи понакатывали. Есть какие-то там, не знаю, не взломанные, а типа апгрейднутые версии. Она же бесплатная, что ее взламывать. Короче, есть кастомные версии этой программы, где она работает с тысячной серией, где она умеет вырезать громкость... Ну, точнее, вырезать шумы микрофона даже с помощью 1060 и даже, по-моему, с 1050 видеокарты, насколько я помню. Так, стоп, есть что? Здесь же мост был вроде, не? Или мне дальше? А, еще 500 метров, понял. Да, шумы убрать, ну это да, то что там надо повозиться будет, знаешь, там не так просто, как кажется на самом деле. Мне так почему-то кажется, хотя кто знает. Плюс никто не обещает стабильную, правильную работу на видеокартах ниже 2000 серии, поэтому такое. Умеет грамотно очистить звук, что тебе не надо, и аккуратно блюрить фоны. Ну вот фоны... Да фон тоже мне не надо блюрить. У меня ж не вебка, у меня... Я типа настрою фокус, да и все. Правда, без объектива он будет не таким классным, но на первое время, я думаю, нормально. Потом мы это поправим со временем. Так, почему он падает? Залезь. Как у Шпрота? Ну вот, как у Шпрота нужен объектив и плюс дополнительный свет. Я вот вчера, короче, у VLG на стриме сидел. И смотрю, у него есть этот ночник такой прикольный. Я такой, о, классно, закажу себе завтра. А он такой на стриме, так, надо бы себе еще ночников этих заказать, пока никто не скупил. И, короче, все полезли, видимо, кто хотел себе такие ночники, все, кто на стриме у него сидел, полезли на Озон. И скупили, короче, все. Я пишу продавцу, а что вообще, поставки будут? Он такой, ну, через 2 недели. Я такой, ну, ладно. 2 недели, так 2 недели. Короче, в ЛГ все ночники продал, которые нужны были. Для подсветочки. Шпрот круто, да. Ну, Шпрота, там, не знаю, объектив за бешеные бабки. И камера тоже не самая дешевая. Ну, и у меня тоже нормально. Короче... Можно, я думаю, сделать будет как у Шпрота, если повозиться со светом, во-первых. Во-вторых, объектив потом, когда купим, тогда он будет точно так же сочно будет, я уверен. Ауч. Я поэтому и не хотел дорого. Ну, конечно, так ничего дешевого сейчас нет. Я говорю, я не хотел вебку дерьмовую, чтобы сделать красиво сразу. Люблю, когда красиво. А так бы 20к впустую улетело на вебку, и чё? Ты все еще жрешь картоху с грибами. В сливочном соусе, между прочим.
Так, нам дробилку надо поставить для отвлечения. Нам сказали идти на северо-восток в прошлый раз. Вот, а так я, конечно, попытаюсь что-нибудь выжить. Я говорю, пока на карту захвата не дособираю, покручу настройки всякие разные со светом, поиграюсь, потыкаюсь, посмотрю, что можно сделать. Там уже как карта придет, просто подключу все, да и все. Смотрел карту захвата, блин, она в Европке стоит 100 евросов, у нас стоит там от 10,5 до 16 тысяч. Я такой, нихрена себе. Давно ли 8700 рублей превратились чуть ли не в два раза больше суммы? Сохранюсь, пока это Чубака не вырезал. Вот такие пироги. Видели видос, как самолет падал? И чувак такой, ё-моё, офигеть. Мама, мама, посмотри. Я немножко прифигел, когда его там начал разворачивать. Вверх тормашками. Так, северо-восток. Сейчас бы найти, куда нам вообще надо идти-то. Хотели улететь и попадали. Но я видел скриншоты, как что-то там падает оттуда. Они что, на самолет, что ли, залезали на этом? На шасси, что ли? Жесть. Ужасно. Там я видел фотку из самолета, сколько там народу набилось. Тоже дофигища, видимо, не пустили. Я не знаю, как так вообще проверяют. Там же должны быть какие-то инспекции, которые проверяют перед взлетом. И как они такое допустили, тем более на военном-то самолете. Интересно. Ай, щекотно. Иногда не понимаю, как некоторые вещи происходят, потому что по всей логике этого не должно было произойти. Но это каким-то образом произошло. Ну, я представляю, что, блин, жить-то хочется. Как же меня наушники щекотят. Жить захочется, не так побежишь. По факту, так. Кажется, мы идем правильно. О! Что-то я не припомню этой локации. А, это как раз таки с буром. О, так может его сюда установить? Пара-па-пара-парам. Панда, чатик, всем привет. Привет, осьминожечка, здравствуй. А мы вот тут всякие темы на злобу дня обсуждаем. Что в мире произошло. Удивляемся некоторым вещам. Ай, грустным, грустным. Но которые нас касаются только косвенно. Так, я сейчас попробую сделать вот так. Чисто потестить. Так, и что это дает? Ага. 95%. А что это мы сделали-то? По идее, оно его отвлекать должно, но окей. Надо найти место, в котором ее нужно отвлечь. Так, сюда, сюда, по-моему, сюда. Пара-па-пара-парам. Пам-пам-парам-парарам. Все, в башке заело, не могу. Не могу избавиться от мелодии. Что делать? Так, явно не вниз. Пара-па-пара-парам. Пара-ра-ра-ра-ра-рам. Хм.
Блин, вчера утащили в хант. Мне теперь РП еще больше хочется. И теперь еще сильнее соскучился по РП. Так, я вернулся обратно, понял. Че так быстро темнеет-то? Я уже хочу тебя допройти, Сабнаутика, а ты мне мешаешь. Темнеешь тут. Че-то темнишь. Дропов, кстати, никаких нет, все плавно работает, а то на ханте какие-то сюрпризы подкидывало непонятные. Вообще хрен пойми из-за чего. Червь куда-то делся. Много еще до конца игры, да вот знал бы я. Дело в том, что тут нет такового, ну прям прямого сюжета, знаешь, продвижения. Тут ты можешь рандомно натыкаться на некоторые вещи. И в конце надо будет, я так понимаю, построить ракету, как это было в первой части, и улететь. Там еще будет катсцена и концовка сюжета. Но понять, близко ты к этому или далеко, вообще никак невозможно. Ну то есть я не понимаю, как это понимать. Четко это нигде не прописано, но это могут понять только те, кто проходил игру, знают, чем заканчивается все. Опа, точка интереса. Так, мы тут... отлично, отлично. Мы как раз брали этого ежика. Открыть хра... Твою мать. Я опять слушаю утек за молоком и... Утек за молоком магаз. Ага, понял, хорошо. Ты, значит, в пути. А чё я говорил? Чё-то я говорил. Так, сейчас проверим. Оба-на. Кью для самоуничтожения не нужно. Статус включен, разведка, расстояние 9 метров. Уровень общения, внедренность. Хотя подождите, нет, все правильно я использую. Можем мы за него взять? О, взять ионный куб. Ля, 4 слота у нас всего. Так, а где увидеть, когда он самоуничтожится, если что? Два. Прикольно. Так, кварц. А, переохлаждение, черт побери. Удерживайте. Гвин, дай мне выйти. Я же сейчас замерзну. Фух. Фу-ху-ху, это было опасно. Все, согрелся? Отлично. Так, загрузка. Давай, 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 быстрее подключайся. А че так долго коннектит-то? Так. Надеюсь, он никуда не уехал без нашего ведома. Мы здесь только ионные кубы можем собрать. Ну, бесполезная штука получается. Здесь даже никаких выходов дополнительных нет, ничего подобного. Ля, собиральщик ты маленький, собрать тебя. Так, и... Опа. Тебя собрать. Ну, тут можно и сохраниться. Вообще, по идее, сейчас на каком мы этапе, значит, журналы, карты, смотрите. Нам надо исследовать несколько баз. И вот здесь расположена площадка для постройки, видимо, ракеты, я не знаю, или... Не знаю, пока непонятно. Если это как в первой части, здесь надо просто улететь с этой планеты, чтобы выжить.
то вот здесь строится ракета, и мы улетаем. Но здесь есть то, чего не было в первой части. Есть три чертежа. Вот на один у нас уже ингредиенты даже есть, и у нас нет еще двух чертежей. Ткани архитектора и органы архитектора. Внутри нас сидит инопланетный организм. Нам нужно для ему создать тело, в которое он переселится и что-то поможет нам, наверное, не знаю, или убьет нас, или что-то расскажет нам, непонятно. То же самое надо было сделать в первой части. Там надо было помочь инопланетной флоре или фауне, животные. Короче, инопланетным существам, не растениям. Там была одна левиафанка, ребенок ее, короче, все такое. Им нужно было помочь. Когда мы им помогали, они давали нам какие-то финальные ресурсы, и после этого мы могли построить ракету и улететь. Где здесь нас искать чертежи, хрен его знает. Но по идее сканировать артефакты инопланетного архитектора вот это. Они находятся в каких-то ключевых местах, куда нас приводит игра. Ключевые места это в нашем случае. Вот есть дельта, где мы маяк активировали, но она нам нужна была для другого. Вот здесь вот, по-моему, где-то мы находили артефакт. Вот здесь есть артефакт, до которого мы пока не можем добраться, потому что у нас не хватает какого-то элемента. Судя по всему, где-то здесь должен быть артефакт, наверное. Я думаю. Ну и, собственно, один уже у нас есть. Короче, надо собирать их просто. ТСВЧ или ГГЧП? Давай расшифровывай, потому что под эту аббревиатуру можно не только... Опа, не одну. Так, устанавливаем. Короче, в этом можно что угодно зашифровать. Так, отлично, мы его отвлекли. Теперь мы можем здесь пройти спокойно, пока он отвлечен. Хочешь посмотреть в Stardew Valley на наше срасти хозяйство? Я, кстати, я не помню, Stardew Valley скачал или нет. По-моему, скачал. Но не могу, не помню. О, это же монстрячка это. А или Б? В. Ядрить! Не жри меня, не жри! Не атакуй меня! Отвали от меня! Там сейчас сломается у меня штуковина, которая отвлекает червя. Тихо. Мы их сканили уже, они нам не нужны вообще. Только отбиться. А или Б, я выбираю И. Ли. Ну или А, давай. Русский ТР 228, ты зачем их убил? Ты что наделал? Нет, 8 лет тюрьмы, что я наделал? Ну вообще-то они на меня нападали. Что мне было делать, а? Смотреть на них или как? Или как? Все, червь за мной пришел. Он, походу, доломал эту штуку. Я до сих пор даже не нашел, куда нужно идти здесь. Быстро же он справился. Переласкать и установить. Если бы это было возможно. Я бы это в первую очередь сделал. Я бы накормил ее какими-нибудь растениями. Ну или мясом. Убил бы одну, скормил бы ей вторую. Все было хорошо. Суслик? Сусликов. Расти, ты когда последний раз видела сусликов? Вот еще один артефакт, который нам надо было найти. Ну, собственно, игра сама к ним подводит, поэтому я думаю, мы уже скоро дособираем. Я очень надеюсь, что мы скоро дособираем. Так, главное ничего здесь не пропускать. Это главное. У меня такое ощущение, что мы здесь уже все собрали. Это же один из телепортов. А нет, вставить ионный куб.
О, мы явно близки к финалу. В предыдущей части, когда появлялись телепорты, это было вообще прям финал-финал почти. Сейчас смотримся тут, ничего бы не упустить. Ну, вроде бы ничего не упустили. Так, здесь мы воду только что добыли. Вставленную. Угу. Ну чё, сохраняемся и погнали. Но это не прям финал-финал. Я думаю, тут такими темпами, как мы, проходим еще стрим 2. Потому что еще надо будет собрать. Ну хотя скрафтить это быстро, там ресурсы вроде у нас и есть. Не знаю, не представляю, сколько еще времени. Панда! Что такое, Расти? Что такое? У тебя такое лицо? Будто ты напакостила где-то. Так, где это мы? Где, куда мы телепортнулись вообще? О, точка появилась! Балдеж! Мы телепортнулись на километр от нашего костюма. Как вам такое? Надо хоть использовать аптечку, воду бы использовать. Блин, опять проголодаемся. Сейчас иду найдем. Ты меня слышишь? Слышу! А что, меня плохо слышно? А ты меня слышишь? Алло? Алло? Ладно, не буду орать. Чё орёшь? Я думал, ты меня не слышишь. Во, F. Мы на F. Пресс F, как говорится. Все, мы добрались до... смотрите, мы вот здесь были. У нас здесь... нам нужен элемент, чтобы сюда пробраться. Последняя локация. Здесь мы были, здесь мы были, здесь мы были. И вот здесь, я не помню, нашли мы базу или нет. Но здесь она просто на дне, где-то надо ее поискать. Короче, мы на всех ключевых локациях были, значит, финал скоро. Так что, fuck yeah. Надо со сканером ходить, чтобы ничего не пропустить еще. Так, это что у нас? Так, ящик с припасами, это, конечно, хорошо, но вот это что? Почему не можем это взять? Это явно что-то важное и нужное. Алло, игра. Ну, не выпендривайся, но все же хорошо было. Ненавижу такие моментики в играх. Кто так объекты ложит? Возьми. Цилиндрическая колба. Оба-на. Добрый вечер. Привет, течет. Здравствуй. Что-то я тебе хотел сказать и забыл. Снова. Снова не записал, снова забыл. Сегодня же днем помнил. Ну, добрый вечер, значит, да. Привет, Спотбосс, здорово. Тебе я ничего не хотел сказать, это я точно помню. Кстати, видел, что вы в Дискорде сидите перед запуском. Во, берется большая колба. А можно еще ту взять, которую мы не могли взять? Я хочу все колбы взять. Руститяр 228, да. Всех с праздником, среда 18, пение по эй. Всех с 18-м. Блин, как-то. Всех со средой 18-го праздником. Поздравляем. Всех причастных, непричастных, всех. Загадка. На полу лежит карандаш, однако никто не может через него перешагнуть. Почему? Блин, все эти загадки, они всегда, у них есть недомолвка. Там столько параметров, которые нужно учесть. Ну, допустим, все, кто пытается его перешагнуть, муравьи, у них просто длины ножек не хватает. А? Это мой вариант, и он верный, потому что не все условия обговорены. Кухня. F, кухня. Ага, заблокировано.
Что мы здесь можем засканить-то? Что-нибудь где-нибудь в углу, может быть, валяется? Не просто же так мы сюда шли, правильно? Не колбы собирать. Не верю. Рустетиар 228 с днем смеющихся ангелов с топорами всех перепочла. Ты просто выдумываешь праздники? Потому что там никто не живет. Так мы сюда пришли не для того, чтобы спасать людей. Тут явно никто не живет. Мы пришли за чертежами. За ресурсами, за записками. Вот за всем вот этим вот. Здорово, Дукальц. Все, можно валить отсюда. Пепочлуп, пепочлуп. Хочу засканить вот этот вот подъемник. Техстанция полярного лиса. Ну да, все, финал близок явно. Такие штуки обычно... Вот для чего она нужна? Скрафтить что-либо, да? Размещаемая площадка. Оборудование двумя подвижными манипуляторами для быстрой сборки и ремонта полярного лиса. Вот, какой-то новый транспорт. Перезарядка за счет магнитно-тепловой конверсии энергии. В основном используется для сухопутных операций в условиях средне-низкой гравитации. Ого. Это какой-то новый вид транспорта, который нам понадобится. Центр робототехники ФИ. Здесь работала Сэм. Сэм — это наша то ли сестра, то ли подруга. Я уже даже забыл, кто она. Идеально ровной поверхности не существует. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Сэм loved working here with her spy pinglings. Но как же попка младенца? Combined with a frozen water source, water purification tablets can create drinkable water as you explore the snowy surface. Ледниковый бассейн, что? О, это та территория, на которую нам нужно попасть, на которую мы еще не были. Смотрите-ка, тут даже карта есть. Так, а где это вообще находится? Ранее открытые места исследований доступны через пингвак. Ага. Пингвакрыла надо запускать. Мост. Все, я понял. Слушайте, так это там, где мы были. Мы уж вот здесь высадились, ушли туда, походу. Нам надо что-то добыть пингвакрылом. Прикольно, прикольно. Right. Как же круто твои девушки. Как же моя грудь. Плоская, как, не знаю, как идеально ровная поверхность, идеально плоская грудь. Распойник. Это не шутки. Да, маленькая грудь — это вам не шутки. Это часть тела, мы же не будем никого шеймить за маленькую грудь, правильно? О, утепленный костюм! О, так мы сможем ходить теперь в снегах нормально, не замерзая. И тогда мы сможем без робота. Черт побери, места нет. Че выкинуть? Так, с водой бутылка, с едой. Нам нужно что-то съесть. Таблетка для очистки воды, смешать со снежком для получения питьевой воды. Угу. Окей. Термос. Во-первых, употребить. Я выброшу титан, потому что он нам не особо нужен. Во-вторых, надо поставить вот эту вот хреновину. Засунуть в нее ненужные предметы. А для нас-то, допустим, вот это, маленькие колбы, и все, больше туда не влезет. Лежать и водить мышкой? Кстати, подтверждаю, так и есть.
А Дукати шарит. Так, чищенная вода. Блин, нам пока... Ладно, выпьем. Нам нужно место, черт побери. Скан. А что бы такое выкинуть-то? Нам, наверное, надо выкинуть воду, которую мы производим. То есть... Здесь рыба, я хочу вас, ну, в смысле, съесть, зажарить. Зараза. Есть хочется, желудок заурчал. Серьезно, не пролезем? Да не может быть. Да нет, бред какой-то. И отпусти нас. Ладно, я понял. Ничего не пропустили? О. Плакат. О, полный карман уже. Как выбираться-то отсюда? Тара-тара-тарам. Че там за ссылка? Дай гляну. Так, превьюшка не грузится. Потому что там опять аниме, не открывайте ссылку. Не ведитесь на это, там Дикс. Жесть. Ужас, не открывайте это. На самом деле там ничего ужасного нет. Так, магнетит некуда нам ложить. Зачем делать тупик, я не понимаю. Че, у новоподошедшим всем привет. А как у вас делище? Что интересного в жизни происходит? Расскажите что-нибудь нам. Кто редко бывает? Мы сканили. Остается только туда идти. Ой-ой. Панда, ты любишь мужчин с накачанной грудью? Ну, на самом деле, я им не то чтобы люблю их, я им завидую, потому что я бы хотел себе накачанную грудь. Вот в чем дело. Я когда на них смотрю, такой, черт, чел, хочу так же. Да качай грудь. Так я качаю грудь, но она у меня становится круглой, а не квадратной, как я хочу. Мне это не нравится. Я как-то неправильно качаю. Мне нужен коуч по качанию груди. Правильное упражнение делать. Силиконом не. Ой-ой. Силиконом такое себе. Так, я, конечно, вовремя вышел, когда здесь какой-то звездос начал твориться. Я здесь тупо сейчас не выживу. Если не сигану вниз и не спрячусь в воду. Мне срочно надо воду. Карты нет, ничего не вижу. Все занесло, нет. Я же сохранялся. Ай, быстрее, куда-нибудь. О, отогрелся, капец. Ой, эти штуки греют, оказывается, а я не знал. Саш, привет, здравствуй. Качай пивом. Получится не той формы, которую я хочу. Тоже не нравится. Я бы хотел определенной формы. Для этого нужно делать определенные вещи, явно не с пивом. Ой, здесь же еда есть, балдеж. Хотел сказать, может, организуем флешмоб, скинем все свою накачанную грудь. Купи силиконовую накладку. Нет, пасос какой-то. Такая тупость. Они выглядят неестественными. Да и зачем? Какой в этом смысл?
Вообще можно, вообще, да. Но нет. Но вот в Японии арбузы растят в коробках, чтобы они квадратные были. Уверен, что с грудью можно так же. Мне нужна коробка для груди. Да, кстати, хорошая идея. Так, наверное, туда лучше не наступать. Жесть, а в Японии реально есть квадратные арбузы? Я бы поел. Черт, арбуз захотелось. Так, мы тут мерзнем. Кек 800 метров, но надо этот краб забрать. Ого, это что такое? Мы здесь были? Мы здесь не были? Кстати. А здесь и погреться негде. Я побежал обратно в пещеру. Блин, нужен тепловой костюм. Очень нужен. На даче пробовал сделать квадратный арбуз. Получается... Так, на коробку стримера скидываемся. Не, скидываться можно на карту захвата для камеры, которую я купил, кстати. Еще раз упомяну. О, а почему здесь температура ниже? Ну, ок, да. Так, юго-восток, получается, северо-запад, северо-запад. На севере вот маяка. С площадкой посадочной. Хорошо. Запомнил. Сделай соски сердечки. В смысле, операцию со... О, а что я бы сделал? Надо... Подожди, а вдруг я кормящей матери буду? Вдруг мне понадобится грудь? Кстати, слышал где-то, то ли в сериале, то ли рофл какой-то, не помню, то ли реальный факт. Говорят, что мужики могут кормить грудью. Просто надо разработать ее. Блин, я не доживу добегать, добежать туда. О, термальный источник может быть? О, балдеж, тепло, паровой гейзер. Так и что получилось-то, Саш, с квадратным арбузом-то? Что он, вырос квадратным? Или он просто был... У тебя коробка нужного размера была? Он, наверное, был, знаешь, такой круглый, а сверху, снизу и по бокам приплюснутый, да, немножко? 400 метров, я не уверен, что мы добежим. Так, я потерял гейзеры. Я точно уходил наверх, но мне нужно найти место, где есть температура повыше. Блин, это плохая идея, это очень плохая. Я время потерял. Мужские можно, братики же показывают. Чё? Лактация мужская, панда, ты бы хотел, да? Не, я не знаю, вдруг когда-нибудь в жизни пригодится, но типа... Я ничего не планировал. Реально есть такое, да? Обалдеть. Дается на стриме, а потом сказать, что все отдал на благотворительность. Это... Звучит странно. Черт, я сейчас умру опять. Ну вот кто придумал это? Вот какой-нибудь термальный источник поставьте, ну... Пещера, здесь тепло. Ой, балдеж, добежал. Как это еще раз лактация мужская? Надо погуглить будет. Просто интересно, как это работает. А что гуглить? Может, поговорим об этом? Это реально или это вымысел? Это какая-то шутка, или может быть, не знаю. It's a prank.
Так, убежать, убежать, убежать от него, убежать. Беги, 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 беги. Мне кажется, мне стоило, наверное... О, боже мой. Мне стоило, скорее всего, просто побежать к Кеке и не бежать за костюм, не спасать его. В этом, наверное, была задумка разработчиков. Черт, не греет. А что там тычь отличает от мужских и женских сосков? Ну блин. Все зависит от твоей самоидентификации для тыча, мне кажется. Ой-ой. Я думал, там какой-то чертеж сейчас найду. Чуть не нашел смерть. Когда благотворительный стрим будет? А что мы на нем будем доить? Может быть, Нио и Нио 2 пройти и собранные средства пустить на благотворительность? Не знаю. Это можно такое, кстати, придумать. Я бы с удовольствием выбрал бы какой-нибудь там, это, приют какого-нибудь для животных. Отправить копеечку. Это классно, мне кажется. Так, что наверху? Вообще идея хорошая. Она у меня уже давно в голове, но я говорю, мы столько не собираем, чтобы там что-то отправить. Стрим-хата, где все друг друга доят. Ты, Катя, свои фантазии реализовывай. Ты не на той площадке это пишешь. Тебе надо с такими комментариями заходить на какой-нибудь OnlyFans. Где там стримит, господи? OnlyFans же. Ауч, ауч, ауч. Во, мы нашли почти... О! Во, здесь находится информация для создания моего тела. Мы по сюжету сейчас продвинемся. На Pornhub. В смысле, там стримы есть? Вау. Надо бы посмотреть, что там еще за контент. Ну, чисто для... Так, я понял, я сюда рано иду. Я реально рано пришел сюда. Нам нужно создать вот этот транспорт, который нам нужен, и на нем передвигаться. Нам сюда очень рано. Если стример женщина показывает не свои, а как она может показать не свои? Так получается, мужчина показывается с кем? Вообще, на самом деле, вся эта тема сосками уже давно пройдена на Твиче. Вроде как и соски нельзя стримить ни мужские, ни женские. На... Это что такое, ловушка Джокера? Если ты не находишься в бассейне каком-нибудь... Так, чат, я застрял. А, вот, вижу. Пролезем? Так, а как я вообще сюда пришел? Хм. Явно не здесь. Придется здесь выбираться, что поделать-то. Мне его нечем отвлечь. В смысле, как можно неприотаченные соски показывать? Картинку из Гугла? Тоже бан, кстати. Это как дикпик показать на стриме. Какая же запутанная локация, а?
Где-то здесь выход. Погодите, эта карта, она не подземная получается? Ледниковый бассейн. А, так она не подземная. Или подземная? Доступная через пингва крыла шпиона. Нет, все-таки подземная какая-то. Внутрискальная. Ужасный лаги. Понесло меня, извиняюсь, закрываю тему. А что там такое? Это вроде нормально, нет? Нет, в смысле? Не-не, за мужские соски вообще-то... Алло, алло, прием. Я шарю за Twitch. За мужские соски вообще тоже банят. Хотя я недавно видел чувака. Как он там? Модестл, по-моему, что ли? Никнейм. Он лежал в кровати и как бы сосками светило, все нормально. Но по идее Twitch такое банит. Я помню, даже время было, когда были барабанщики, которые полуголыми стримят. Ну, без футболки. И они заклеивали соски. Даже, по-моему, до сих пор такие остались некоторые из них. Кто-то надел футболки. Ой, наконец-то мы выбрались. Так, нам надо до базы добраться. Нам в ту сторону. Привет, Лукс. Здравствуй. Как твоя жизнь? Расскажи, поделись с нами. Как твои соски? Они мужские или женские? Они в форме сердечка? Кстати, что там про форму сердечка-то в итоге? Делают такие операции или нет? Опять покружение на дно получается? Да, на дно Твича. У меня такая аналогия. Да уже почти все. Мы уже находим финальные элементы, которые нужны для завершения игры, поэтому скоро закончим, я думаю. Точно не могу предположить сколько, но явно уже немного осталось. Если не заблудимся, не запутаемся. Ну типа молочница у меня. Просыпайся, доить можно. Да? То есть все-таки это возможно. Как там термин сверху скидывали? Лактация. Это термин специальный есть. Как можно такую операцию заместить? Реально? Блин, может замутиться. Прикольно. Соски в форме сердечка, мне кажется, это классно. Это что, у нас столько ресурсов с собой было? Обалдеть. Я не знал. Было бы классно еще убрать, ну, при этом убрать из них чувствительность, чтобы, когда тебя дергали, за них не было больно. Не знаю зачем, просто почему нет. Так, это Майнкрафт. Уже ложить их скоро некуда будет. Так, это сюда. Тоже сюда. Блин, мой снежок с собой один такой взяли. Ладно, это не проблема. Куда бы так пиндюрить на свободное место?
Он скажет ему, что соски в виде сердечка это совсем не классно. В смысле не классно? Почему? Мне кажется, это круто. А чё такого-то? По-моему, это необычно, оригинально и интересно выглядит, нет? Подожди, а почему? В смысле нет? Мне кажется, на норм. Плюс в чат, кто считает, что соски в виде сердечка это круто. Посмотрим, сколько нас. Это не байт, просто реально интересно. Минус. Блин, серьезно, ты бы не хотел себе соски в виде сердечка, жесть. Минус. Так, я пока в меньшинстве. Блин, ну это же круто, это же оригинально. Ты бы смотрел такой, вау, необычно. И что такое, камера один? Ну все, больше причастных нет, все боятся признаться просто. На самом деле реально, просто боятся признаться. Это не оригинально. Вообще-то оригинально. Где ты видел соски в виде сердечка еще? Ну-ка скажи мне. Ты часто видишь такие? Опа. Ля. Так, нам таблетка нужна вообще или нет? Со снежком для получения питьевой воды. Нам это не особо интересно, поэтому, наверное... сложим... Сейчас. Выбросить термос. Что-то представил себе... соски, которые как макароны, знаете. Но они типа висят, и можно как волосы их завивать. Не знаю, почему я это представил. Забираем, забираем. Искусство в рамки забираем. А, воду, наверное, немножко оставим. Что в моей голове вообще происходит? Соски в виде макарон. Лола Фай погугли потом. Я сейчас это сделаю. Лола. Надеюсь, вам на стриме не видно же? А то сейчас как улечу куда-нибудь. А, ага. Я понял. Блин, так, картинки. О боже мой. Да, реально, соски в виде сердечек. Там еще помимо прочего было, но я... Пожалуй, пока потом. Если не забуду, погуглю. После таких разговоров мне, похоже, нужно посетить психиатра. Да брось, не такие у нас и острые темы. Мы же максимально обтекаем и все это обсуждаем. Просто, видимо, у кого-то очень бурная фантазия. Так, нам теперь не нужен этот костюм, нам нужен новый костюм. 7 чертежей. Кровать нам нахрен не вперлась. Хрена себе музыка. Будто не DMC вовсе. А что такое? Что тебя так впечатлило, осьминожка? Вроде даже ничего такого не говорили. Утеплённый шлем. Вот. Мех снежного сталкера. Черт побери! Я так и знал, что надо... Надо с него что-то собрать. Зараза. Утеплённый костюм, утеплённые перчатки. Вот псина, а. Ну сейчас пойдем их убивать опять.
А как с них что-то собрать? Я же ножом в них тыкал, ничего не происходило. Острый фруктовый салат. Модуль тестового режима уже использовали. Ионная батарея. О, мы теперь можем ионные батареи делать. Класс. А для чего они нам нужны были? Для фонарика налобного, да? Кстати, впечатлительное. Ну блин, ну мы же ничего такого не сказали, чтобы настолько этим впечатлиться. Причем мы даже без подробностей, без каких-либо. Так. Налобный фонарь. Он вместо шлема, наверное, надевается, да? А, из-за того, что он вместо шлема надевается, я не хотел его таскать. Понял. А, ну нам нужен мех теперь этих барсов. Но сначала нам нужно другую штуку построить. Так, давай титаном. Последний титан. Панда, когда прохождение Хитмана? Да вот думаю, куда впихнуть. Надо сейчас допройти Сабнаутику, чтобы уже наконец-то удалить ее. Просто места не хватает. Вон еще надо Нио устанавливать. Там Нио 80 гигов есть. У меня столько места не находится. Сейчас надо допройти Сабнаутику. Я уже хочу ее добить. Потому что затянуто и так. Потом удалю еще... А бетка Black for Blood когда заканчивается, кстати? Уже можно ее удалять? Принца в магазине нет, блин. Я, наверное, удалю Black for Blood. Я не могу точно сказать. Я не хочу обещания давать, потому что я могу его не выполнить. Привет, Загуб. Ну, одна из следующих игр на прохождение. Скажу. Сабнаутику надо допройти. Stardew Valley у меня, кстати, установлено. Но это все не на прохождение. А, ну получается, все, один из следующих проектов получается у нас Hitman. Hitman и Нио накачу. После Сабнаутики. Хочу допройти ее уже. На позапрошлой работе коллега пришел к штатному психологу и начал жаловаться, что у него депрессия и нет желания жить. А он ему: Саш, заканчивай уже, иди работай. Очень не доверяю психологам. Да это какой-то не психолог, это чел, который, наверное, устроился... Я даже не знаю, кем он устроился. Какой-нибудь сантехник, наверное, перешел на должность психолога каким-то образом. Добрый вечер, сладкие зефирки. Привет, Ариана, привет. Здравствуй. Как у тебя там с отпуском? Завтра заканчивается уже, да? Уже скоро все? Сразу представляю, как проводят эти операции и как потом все это заживает. Аж больно становится. Да, а, ну это да, но это про любую операцию, да, понимаю тогда. Фу, блин, мне тоже больно стало. Черт. Ужас какой. Так, нам надо за эту хрень, комплект проводов. Проводов. Просто медь вроде бы. Да, с хорошей фантазией тяжело жить. Две серебряные руды. В обед домой. Ну что, как по итогу-то твой отпуск прошел? Хорошо, отлично, замечательно, плохо, нормально. Что успела поделать во время отпуска? Три. Так, в смысле, как оно одно сожрало?
Погнали, построим. Оба. Хорошо, трудовой лагерь хороший тут. Смысл? Ты же отдыхать ездила. Какой трудовой лагерь? Сохранить. А еще хуже жить с развитой реалистичной фантазией. Звучит, да, звучит ужасно, действительно. Так, эту штуку где можно строить-то? На платформе, наверное, на какой-нибудь. А, на земле все вижу. Такс, где бы тебя поставить? А чё она нигде не ставится? Интересно. Заряжает и ремонтирует гравицикл полярный лис. Гравицикл. А что, на снегу надо ставить? Чё там в Хитмане проходить? 6 миссий всего, или ты будешь целиком его проходить? Ну, все миссии из третьей части. Так нет, дело не в проходить, дело в том, что места для него на жестком диске не хватает. Ставить его некуда. На поверхности. Надо удалить, пройти старые игры и как бы установить новую. Так, во. Snow Fox. Подождите. А где у нас сборщик транспорта-то? Это станция для подзарядки. Куда-то я сложил ее. Ты же Days Gone сносил. Да, так я что-то установил же, я сейчас тебе скажу. Я не помню, что-то я устанавливал. Я уже установил Back 4 Blood, установил Hunt. Это уже типа гигов 60. Столько же, сколько этот Days Gone весил 90. Потом я установил Black Mesa, потому что меня там позвали. Говорят, надо поиграть. Stardew Valley 300 мегабайт. Ну ладно, это не считается. Вот под Хитмана место освободил. Сейчас у меня есть 118 гигов, и я туда Хитман накачу. Как раз. Вот я сейчас освободил, удалил Back 4 Blood еще. Так что следующим будет Хитман, наверное. Чё, как Хан понравился? Так он мне нравится, я в него уж и до этого играл. Не первый раз. Просто я в него играл миллион лет назад, тому назад. О, в нем классная атмосфера. Он прикольный. Вернулся? Блин, а ты отходил? Я твое сообщение не видел. А, ты не писал, что ты отходил? С возвращением. Черт, я не помню, куда я положил переносной сборщик транспорта. И ложил еле я его вообще куда-нибудь. Где он вообще стоит-то? А, вот он. Написал, вот-вот. Чё с Хантом? Да мы тут в Хант играли просто. Говорю, что я его устанавливал, и место установил, и место поменьше стало. Ой, только не говорите, что у меня нет чертежа этой говни. Да, у меня нет чертежа. А зачем они мне дали станцию для подзарядки, но не дали чертеж от мотоцикла? Странно. А и как мне тогда? Я ничего не понимаю. Игра очень странно мне дала чертежи. Возможно, я пропустил где-то что-то. Сам поставил на скачку. Может быть, завтра пойду. Ай. Пукать в него. Сейчас бы пукать в Ханте, тебя же спалят. От хлама избавиться. Так, ванизм.
Мы попукали. Скоро, говорят, еще какой-то DLC будет. Такс. А, уже места нет. Так, тогда костюм надеваем, он нам еще пригодится. Вантовый шкаф. Что там в тебе лежит-то? Если про мужскую глактарею, о боже мой, пошли болезни. Мужская глактарея, у новорожденных детей неонатальное молоко не есть лактационным. Лактация у самцов животных есть, типа летучие мыши. Подожди, а у людей нет, что ли? Вы хотите сказать, что мужики не могут все-таки кормить молоком? Если мужчинам гормон нужен для этого? Ну да, да, типа стимулировать как-то. Подожди, нет, могут, смотри. Подожди, а с гормонами нельзя, типа, обколоться или обнюхаться? Обнюхаются своими гормонами. Надо пересадить. О, идеально. Просто идеально. Вот это вообще не знаю, зачем нужно. Естественно, не могут. Могут, но не своим. Так. Угу. Вадим явно пытается шутить. Потому что... Так можно или нельзя, я не понимаю. Там извращенный тип будет. Таким покормишь, траванешь. А-а-а. Ну, получается, тогда не могут. Хочешь молочко, пей пивко 24/7. Сидь, что? Серьезно? Не, я к тому, что может ли мужчина кормить грудью. Вот я о чем. Так, у меня вопрос к знатокам. Кто знает, где найти чертеж вот этого транспортного средства? Где-то я его пропустил или что? Может быть, кто-то в курсе, потому что оно нам нужно. Вот этот полярный лис. Я где-то не собрал чертеж. Черт побери, я пропустил. А, я реально где-то пропустил его. Еще не помню, куда нам ионная батарея нужна была. А, она нужна была вот для этого дерьма. Ладно, все. Уже не нужна. Тогда открепляем. Станцию открепляем. На снеговика надо набрать. На поверхности, где снежная пещера, кажись. Ага, значит, мы туда сейчас пойдем нормально как раз. Бабули? Бабули чертеж? Не, не может быть. Мы там все излазили. У меня нет чертежа этого лиса. Мы там два или три раза были. Невозможно просто. Неужели я настолько слепошарый? Единственное, что можно попробовать, это пострадать вместо женщины, что-то выработать правильно, чтобы выработать правильный привкус у ребенка. А, типа, с детства его кормить, он привыкнет такой, ну ладно, нормально. Если он траванец. Ладно, это уже другой вопрос. Лис или ускоритель для морехода? Лис нужен. Ускоритель меня особо не волнует, потому что я на мореходе практически не бываю. Так. А, надо отъесться от пиццы, наверное. Хотя ладно, это прям так. Лес на западе. А, ну тогда отлично, мы сейчас как раз туда идем. Я просто две части там собрал, а третью где-то пропустил, видимо. Она, наверное, рядом где-то лежит, скорее всего. Так, нам нужно через мост идти. Скорее мужику будет больнее в 100 раз с непривычки. То, что он сосет, ты грудь,
Ну, это типа можно и потерпеть, наверное. Или бейсболом колоться, не знаю. Не, я именно что в теории. Может ли мужчина? Там про боль уже вообще никакой речи не идет. Как радость тому, что бесит? Не знаю, никак, наверное. Ни хрена не вижу. Семьсот, 500. Нам явно южнее надо взять. Там эти все как рыбы вокруг тебя. А, да? Блин, я что-то ходил и так не нашел. Ну ок. У тебя что, ребенок? От тебя женщина ушла? Да нет, я просто... Мне стало в теории интересно. Я просто слышал такую теорию, что мужик типа может кормить грудью. И мне стало интересно, как это работает. Говорят, что нужно просто гормонами накачаться, и тогда организм мужчины начнет вырабатывать это самое молоко. За базу, окей. Мы сейчас как раз туда идем. Ой-ой, это я зря. Я думал, не засканен еще. Так, тут мы не вылезем, да? Так, площадки. Я помню, что от площадки... А, нам нужна шерсть теперь. Да, нам нужны площадки. Ладно, можем добраться через мост, наверное. Моста подъем где-то был. Хотя к площадке тоже был подъем. Пролактин. Жесть. Каждый раз, когда начинаем этот разговор, ну то есть заново уже, я говорю, в теории, можно ли, каждый раз новый термин всплывает. Пролактин, нужный гормон. У мужчин он мало вырабатывается, у женщин он активно вырабатывается гипофизом во время беременности. В истории есть случаи, когда мужчины кормили грудью. Но получается, в теории можно. Получается, может быть не только кормящая мать, но и кормящий батя. А? Как вам такое? Батя, ты что меня не кормил грудью в детстве? Отстань, сын. У тебя для этого была мать. Так получается, тогда семья из двух отцов не... Ну, типа, нормальная идея. Один может кормить грудью даже. Или оба. Меняться, чтобы мне так больно было. Так, я заблудился. Лучше пойду к мосту. У моста хотя бы знаю, где подниматься. Метров. Воп, там опять какие-то рандомные слова начались. Давай, ты дотянешь, давай немножечко. Отлично, отлично, отлично. Теперь надо наверх как-то забраться. Давай, 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 давай. Опа. Ну, есть. Балдеж. Фух. Так, нам надо завалить снежных барсов, во-первых. Причем довольно много, я так понимаю. Это я знаю, где делается. Еще вот здесь где-то был вход. С этой стороны. Жесть, вот это бросил. Геншин и Скайрим сравнить. Что? Воп, тебя сейчас палками побьют. Я в первую очередь. Виртуальными в РП. Ты что, с ума сошел? Какой Геншин и Скайрим? Поехавший. Как это вообще можно сравнивать? Чел. Так, вот. Мы отсюда вылезли. А, нет, подождите. Ну да, отсюда вылезли.
пошли туда и там нарвались на барсов. Это что? Сосульки не помешали. Так, сейф. А, ну как, я играл в Skyrim и как играю в Genshin, не очень похоже. И чем же они похожи? Норд больше в Genshin нравится, на кавайное тем в Skyrim. Красочно. Сумасшедшие! Вы сошли с ума! Ваши за... Вы обезумели! Какие... Какие тян гавайны в Скайриме? Алло! Безумцы! Что вы творите? Черт, я к мосту вышел. А как так получилось? Ведь я шел вглубь. Ладно, пойдем там. Эх, собрал бы я последний чертеж, уже катались бы на быстром мотоцикле. Go в Genshin. Так мы же играли в него. Ты забыл? Ты первый, кто убежал со стрима. А потом я там остался один. Больше не хочу играть в Genshin. Давай еще. Нет. Я не люблю аниме. Аниме говно. Простите меня, любители аниме. Это мое личное мнение. Я его постоянно озвучиваю. А все почему? Потому что аниме говно. Жесть. Что он себе позволяет, этот стример? Оборзел совсем? Да? Да. Skyrim. А что там делать-то? Он миллиард часов, за миллиард часов проходит. Так, подождите. Вот где-то здесь. Все, пока. О! Я себе ухо чуть не вырвал. Так, у меня резинка в ухе застряла. Сейчас. Эти шутки про все пока уже перекатились давно. Дизлайк, отписка. Да, да, я буду настаивать на своем. Аниме говно. Не обращайте внимания, небось тихоря посматривает Наруто. Да-да, так и есть. Да-да-да. Так стопудово. Точно. Да, я так делаю. Аниме говно. Новые, там, кстати, новые ивентеры появились. О, я, кстати, буду завтра писать заявку на ивент. На серию ивент. Надеюсь, что новые ивентеры полны энтузиазма и... Не знаю, просто полны энтузиазма. Это единственное, что мне нужно от них. Крутяк, крутяк. Значит, у нас в РП... Подождите, а сегодня... А, получается, среда и пятница у нас будет санрайз, кстати. Согласен, аниме говно, только один мультик с аниме посмотрел. Это One Punch Man. О, я, меня Данте уломал такой. Так, слушай, пойдем в Discord, посмотрим One Punch Man. One Punch Man, ты изменишь свое мнение об аниме. Я такой, ладно, давай. Мы посмотрели одну серию, первую серию первого сезона. Я такой, ну... Как я и говорил, говно. И все, на этом как бы закончилась эта история. Так, как мне добыть из этого зверя шерсть? Во-первых, снега надо взять. Во-вторых, наверное, вот так, да? Снежки есть. Блин, а как? Как какать? Чем в тебя потыкать, чтобы взять шерсть? Welcome aboard, Captain.
Блин, ребят, как добывать из него шерсть? Ты же на третьем этаже живешь? Нет. Кто тебе сказал? На первом. Из лесы. Мех снежного сталкера. Что ты мне рассказываешь? Вон снежный сталкер. Воп сейчас такой сидит, думает, блин, он же говорил на третьем. Алиса, кошки, вы чё свои будете? Да блин, ты мне мозг ломаешь. Как добыть из снежного барса долбанный мех? Что ж такое сделать-то такое? Пингвином? О, серьезно, пингвином? Да не может быть. Ну окей, интересно. Так, пингвинчик. Так а что, можно их не убивать, получается? Снежным сталкером с помощью манипулятора пингвикрыла шпиона. Реально. О, собирать мех. Так его можно было не убивать? Серьезно? Вы издеваетесь? Его можно было не убивать все это время. Можно было просто собрать с одного меха, да и все. Общипать его как курицу. Убивец. Ты что, виноват, что ли? Блин, какие звуки громкие все-таки. Я вроде правил их. Ясно, Гринпис осуждает тебя. Это надо осуждать игру, которая не сказала даже о том, что мех добывается таким образом. Так, я надеюсь, этого хватит. Фу, знал бы уж давно. Серьезно додуматься собирать пингвином, когда у тебя есть руки и робот здоровенный. Не знаю, я не понимаю, когда этого можно было додуматься. Если бы нам нужно было отправить этого пингвина в пещеру, тогда еще ладно, я бы додумался потыкать в него. Так, все, пингвин, пойдем. Так, для костюма мы собрали все. Для снеговика мы собрали. А, еще нужно найти часть чертежа. Ладно, хорошо. Без чертежа мы отсюда не уйдем. Сразу видно человека убивать немедля. Ну, у меня просто не возникло других мыслей, каким образом это провернуть. Ой-ой, кажется, я попал. Так, там явно в эту сторону. Да, кровожадный человечишка. Ему лишь бы убить, растерзать. Surprise, motherfucker. Развалить. А вот та самая локация, в которую нам надо было попасть, но... Перед этим сделать... Так. Перед этим сделать мотоцикл, вероятно. И здесь где-то должны быть чертежи, да? И как говна здесь, да? Так ведь? Сейчас поищем. Чё-то ни одного не вижу. Тише, тише, не жри нас. От пути. Пути не пути. Опа. Такс, 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 такс. Вот в чем вопрос. Мы же здесь были. И вроде бы сканили все. Артефакт архитектора не засканил. Или это просто вход похожий? А, странно. Мне казалось, что мы здесь были. Хранить.
Так эта игра и проходит с исследованием, узнаванием новых рецептов, чертежей и все такое. Вот как тут понять, когда конец? Так, пролезем. О, он садится умеет, но мы не пролазим. Черт, только не застревай, пожалуйста. Вообще, конечно, без утепленного костюма здесь делать особо нечего. Мне нужен чертеж этого долбанного мотоцикла. Конец, когда титры. До титров надо добраться. И как долго до них идти? Вот вопрос. Что-то я не вижу ни одного чертежа здесь. Ой-ой. Вау, Logic. Так, нам не сюда явно. Чтобы пройти игру, нужно увидеть титры. Не может быть. Такс. Вопрос. Куда, мать его, идти? Когда нет ни одного элемента, похожего на кусок. Очевидно, это финальная какая-то локация, надо было отвлекатор сделать здесь. Мяу. Долбаная дрожь земли. Как же ты... Ай, как же ты пугаешь. Лучше подскажи, где эти долбаные чертежи, давай. Тентакли свои оставь при себе. Чтобы пройти игру, нужно купить Skyrim. Купить Skyrim нужно в любом случае, причем на всех платформах и не один раз. Для этого даже не нужно проходить игру, так говорил мудрец. Я явно тут должен был быть как раз таки на этом мотоцикле. Чач, help me. Куда отсюда нужно двинуть, чтобы, во-первых, выжить, во-вторых... Во-вторых, найти чертеж мотоцикла быстрого. Твою мать! Я просто пришел в шахту, где есть ресурсы. Серьезно? Причем с... Нет! Нет! Я это не конец игры же, да? А, фух, я думал, меня завалил. Чертежи там где-то еще не было. Не надо меня путать. Я нашел два из трех нужных чертежей там, где я уже был. Так, это тупик. Ага. Я где-то пропустил, но я не могу вспомнить, где это вообще было. Чтобы чертежи найти, нужно отправиться на лодку, где была пещера с углублением в развалине. Там еще была надпись на скале «Купи Skyrim». Вот это байт. Неплохо, неплохо. Не, ну за что? Вы совсем не хотите ускорить прохождение явно, да? Вам нравится, когда мы ходим по одному кругу? Вот так, какие-то фиолетовые хрени, бассейн. А, ну сюда только с пингвином. И вообще-то это не та карта, на которую мне нужно смотреть. Не, по этой ни хрена не поймешь. Окей. Кстати, а вот это место на самом деле похоже. Вот здесь.
Похоже так, как не похоже ни одно другое место. От пути! Ты меня не возьмешь. Опа! Важные места для пингвинчика, кстати. Так, подождите-ка, это не то место, где мы уже были. Ладно, неважно. Давай, пингвинчик, только не сломайся, главное. И помни, Артём, главное не ешь желтый снег. Почему мы вообще мерзнем? Здесь же должно быть тепло. Seek fluid intake. А, ладно, хорошо, хорошо, хорошо. Попить. Черт, я сейчас проголодаюсь. Это заслуженная победа. Аплодисменты. А можно же активировать аплодисменты? А, за бицы, чё? Глупая идея была засовывать аплодисменты за бицы. Так, это та же самая долбанная пещера, где мы уже были. Твою мать. Это не то, что нам нужно. Зараза. Так, где пингвинчик? Забрать тебя надо. Пойдем. Пойдем со мной. Мне еще нужно многое тебе показать. Долина ледника. Биом, находящийся на юго-западе от спускаемой капсулы. Но мы сейчас как раз там и находимся. Это... Сейчас покажу. Это вот здесь. Вот, мы здесь находимся. И где-то здесь мы нашли два из трех чертежей для создания этого мотоцикла. О, 100 метров? Блин. Ничего не вижу. Я просто не могу вспомнить, где именно. Да, фрагменты где-то тут должны быть, но вот я обошел половину локации, ни одного фрагмента здесь нет. В том-то и проблема. Я поэтому и уточняю у знающих игроков, возможно. Кто, может быть, шарит. Где конкретно они лежат. Вообще есть карта Subnautica интерактивная, где можно поближе к человеческим постройкам. Ну, вообще, да, я вот сейчас как раз таки иду в ту сторону. Сейчас посмотрим. Вот эту хрень не надо сканить, это же просто часть кабельной системы, да, питания? Да. Хоть не троллить. Нет, фрагменты там, где мы были. Просто мы где-то пропустили некоторые из них, боже мой. Так, там, видимо, можно было залезть, но нам уже поздно. И куда меня несет? Так, это обратно. Не, лучше пойду в ту сторону. Может, где-то я не знаю, пропускаю, потому что не вижу, хрен его знает. Они вроде заметные. Так, человеческие... Твою мать, да ты везде, что ли, за мной будешь бегать? Я вроде бы ушел от твоей локации. От твоего местоположения. Там что-то зеленое светится, кажется, нам туда. Пожалуйста, давай, найдись где-нибудь здесь. О, калории, надо же еще поесть. Ладно, у нас есть запасная еда, если что. Смотрите, какой-то след ведет нас. Так, бар ствали. Фу, как лагает. Мерзко. Так, нам сюда явно.
что, ниже? Здесь мы еще, кстати, не были. О, новая локация! Ну, в смысле... Локация сложно назвать? Большой изумруд. Мы здесь еще не были. Сохраниться. Так, поесть, да, с собой надо достать? Фантовый шкаф. Открыть, пожрать, собрать, сожрать, назначить. Так, это какой-то музей с кристаллами. Нам сюда что-то нужно положить. Ать, ножки короткие. Пожалуйста, компонент архитектора. Ладно, это не то. Но это сюжетный предмет. Это что значит? Значит, мы еще один можем сюжетный предмет скрафтить. Два из трех. Отлично. Материалы знаем, где взять. Опа, богатей в чате получается. Мне бы не понравилось быть раздавленным при добыче компонентов для ионных кубов. Холод хорошо. А что ты озвучил? Зачем? Голоса хорошие. Like stem cells. So what prevents you from, I don't know, ending up with hooves where your eyelashes should go? That does not happen. At least not since the fourth iteration. Так, у инопланетян было 4 перерождения. С 4-го перерождения их генетический код, скажем так, стабилизировался. И теперь они прям живут как хотят. Блин, круто, круто. Это как вот если бы я развивал человечество в плане модификации генетического кода, я бы сделал соски сердечки. Сразу, когда рождаешься. Чтоб не надо было операции делать. Это ты сейчас фейспалмишь, а потом был бы еще благодарен мне. Так, специальное оборудование. Это надо на роботе сюда входить, а мы не можем этого сделать. Там IQ должно быть не 20, а 1020. А, подождите, мы можем войти. О, балдеж. Сейчас максимум насобираем ионных кубов себе. Я уверен, они еще пригодятся. Предпочту не рождаться тогда. Я говорю, вы измените мнение, когда увидите, как это круто. И когда у всех такие будут соски, блин, тогда это будет неинтересно. Это будет уже скучно, избито, слишком банально. Ме. Ладно, давайте так, на первой итерации, на первом перерождении, на первом перерождении человечества, на первой версии модификации, скажем так, мы попробуем сделать соски-сердечки, а потом не понравится, можно же убрать, правильно? Все, никакой проблемы нет. Так, тогда остальные я заберу с собой. Дзинь-дзинь-дзинь. Ну что плохого может случиться, если у человечества будут соски в виде сердца? Серьезно. Ничего. Это просто красивый элемент. Я даже не знаю, хотел бы я их делать функциональными или нет. Ты что, это рак, спит, аллергия, пандас, известно модификация соски-сердечки. А кто сказал, что одно другое исключает? Можно же сделать то и другое, типа. Убрать какие-то самые сложные проблемы со здоровьем организма человека и добавить веселую модификацию, интересную, украшательство. И вообще никто не говорил, что можно только одну модификацию сделать. Это будет одна из. Опа.
Здесь мы тоже не были. Пора валить с этой планеты. Да ладно, я еще не добрался до этого. Вот как доберусь? Так, это засканил, понял. Надо наверх, да? Что там такое торчит? Магнетит? Нет, слить. Охренеть, рыба-меч какая-то. Ледяной червь. О, это эта мразь, которая нас кусает. Да что в этом красиво? Типа форма жопки на груди, такое себе. Жопка это если перевернутая. А это сердечко, между прочим. Сердечко не равно жопа. Так. Айч. Айч. Ладненько, пойду в РП пукать и валяться на шезлонге, что ли? А чё ты рановато в РП пукать и валяться на шезлонге? Через полчасика пойдем. Там еще никого нет. Но хорошо, что хоть кто-то поднимает онлайн раньше. Раньше прайм-тайма. Ты обычно так заходишь, балдешь, балдешь. Тогда респект. Давай. Спасибо за компанию. Увидимся в РП, наверное. Может и нет, не знаю. Who knows? Нам бы сейчас выбраться отсюда. Оно кого-то сожрало или мне показалось? Бат, 7 вечера выгуливаю крыску. Ну, 7 вечера там вообще никого нет. Я пробовал заходить в 7 вечера. Мы просто болтали с чачем, наверное, до 9. Так, мост в той стороне, значит, и выход в той же стороне. Нам, по-моему, дарили крысу Франческо, кстати. Франческо дарили. Так, пить, 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 пить. Есть у нас нормальная вода? Нет, ну ладно. Vital signs stabilizing. Перевернутая жопка. Это еще ладно, TSTS. Его раньше алды называли енотом. Опа. Это новое? Подождите, мы здесь не были, да? Это еще одна дробильная станция. Или были? Ля, мы здесь не были. Мы же, кстати, еще пробежали какую-то... Какую-то из вот таких вот станций. Бам. I have idea. An idea. Не понимаешь, все хуже, если это жопка, то что делает панда? Нюхает жопку, получается. Черт побери, хватит ломать смысл. Нет, это панда с сердечком. Какой енот? Это панда с большим соском. Получается, это енот с большим соском в виде жопы, которую она нюхает. Жесть. Жесть. Вы все извратили. Это не то, вообще не то. Так, собрать, забрать. Ой, я замерзаю. Ой, забыл совсем про холод. Ч
Что там за ресурс, интересно? Вот я с таким же вопросом задавал вопрос людям. Какой енот? Вы чего? Все, ничего не пропустили. Внизу что-то есть. Ресы, ресы, ресы. Никаких чертежей вроде нет, да? Отлично, тогда погнали на базу и в РП. Получается, нужно купить Skyrim. Получается так, да. Так, направо пойдешь, квест пройдешь, налево пойдешь, до базы дойдешь. Чё-то я вообще в этих тоннелях не ориентируюсь, они какие-то мега одинаковые. Я вообще не понимаю, куда здесь ходить надо. Хотя бы мост есть как ориентир, уже хорошо. Плюм. Так я и не нашел чертеж этого долбанного мотоцикла. Может, вне стримов найти, чтобы миллион раз не бегать? Ведь вне стримов играть, Мия. Такое мы... О! А так можно было? Офигеть! А я не знал, что такая функция присутствует. Нет! Не надо! Сразу энергия закончилась. Круто, на нем, оказывается, можно парить под водой, считаете. И главное, прямо перед этим долбанным ледником упал. Ну-ка! Как-то работает. Охренеть! Так это круто! Это очень круто. Вау! Знал бы раньше. Тогда бы использовал. Ну чё, последний крафт на сегодня? Так, место в инвентаре есть какое-нибудь? Пойдем лампион, может, попробуем посадить. Интересно, он вырастет вообще? Ну-ка, ну-ка, давай. Испорченное. Слушайте, походу... О, отлично. Испорченные семена, оказывается, можно садить. Так, костюм. Погнали. Значит, шлем? Нет, шлем последнего. Сначала костюм. Аквамен. Бот как будто сломалась. Озвучка, она как будто замедленно говорит. Сетчатое волокно. Так, еще нужно одно сетчатое волокно. Из чего он делается? А, образец водоросли. Две штуки. Блин, образец водоросли. Это срезать надо? Нормально. А треки-то все круче и круче. Так, я же все сделал, да, кроме шлема. Так что там, уже купили Skyrim? Конечно, конечно.
Как вообще можно жить без Скайрима? Не понимаю. Раз, два. А где перчатки? А, перчатки уже наделись, балдеж. Так, забираем отсюда кубы, ложим шлем, ребризер. Дистилляционный костюм нам нахрен не вперся уже. А, ну и все, все. Так, тогда забираем мех. Мех. Еду забираем, потому что одной тут вполне хватит. Аптечки пригодятся, вот это дерьмо забираем. Оставляем пингвинчика. Что бы сюда еще положить такое важное? Да, наверное, еда важнее всего. Блин. Ладно, плевать. Кто там FBI-ется? Настя, ты вернулась домой наконец-то, да? С возвращением. С возвращением, 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 возвращением. Угу. Так, надо резво для этого дерьма собрать теперь. Два гелеобразных мешочка, синтетическое волокно и корневая капсула. Корневая пустула, 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 пустула. Так, вот у нас два мешочка. Чё за трек? Сейчас скажу тебе. Я не знаю, откуда они берутся, но такое ощущение, будто... Будто новое добавляют. GT Music, Don't Hold Your Breath. Да не, не за что. Было бы за что. Так, дай пройти. Не понял. Алло. Китайский картофель, ты совсем обнаглел? Так, дожраться, а также жрались. Ресурсы надо тебе скинуть. Так, Майнкрафт. Еще есть место, да? Для Майнкрафта. Все, делаем еще один Нурсултан. Майн... Фак. Майнкрафт. Майнкрафт. А это тот же самый трек? Настя, скрин еще раз. Nerd out, diving into deep. Блин, крутые треки, слушайте, вообще прикольные. Я очень надеюсь, что за них не прилетит. Потому что они звучат как классная полноценная музыка. Так, костюм сюда бросаем, достаем отсюда мех. А, подождите, нам мех уже не нужен. Мы уже все скрафтили. Так, во-первых, открепить все, во-вторых, надо снеговика скрафтить. Это вам нужен ребризер. Обычный кислородный баллон. Вообще так не хочется говорить во время такой классной музыки обычных слов. Да, да.
И три снежка. Я надеюсь, они у нас не растают. Они тают, чат, быстрее! Так, сетчатое волокно, комплект проводов. Комплект проводов, серебро, нужны два серебра. Только не растайте, пожалуйста. Так. Комплект проводов. Черт, надо две таких штуки скрафтить. А, подождите, сетчатое волокно. Образец водоросли, 4 штуки, понял. Инвентарь полон. Фак. Купи Hollow Knight. А мы играли в Hollow Knight? Зачем? А, подождите, они тают нифига. Там типа музыка классная или что? А, подождите, купи Майнкрафт, купи. Так, я опять не понял юмора, да, или да? Куда упал? Куда упали водоросли? Смог, это я. Ну блин. Вы должны меня понять, хотя нет, что это вы должны меня понять. Как меня можно понять? Так, рост семян водорослей. Понимаю. Семя, где здесь должно лежать семя? А, не должно, мы же ее выращиваем. Бам. Так, ребризер. Черт побери, мне нужно два титана найти. Как же этот титан, зараза, нужен-то? Так, ребризер мы уже можем скрафтить. На самом деле достаточно было бы, наверное, просто известняк какой-нибудь найти или еще любой ресурс. Я уже жду не дождусь поиграть в какую-нибудь игру, запись которой я не хочу оставить. Типа прохождение, чтобы которой не было. Чтобы послушать музыку. Классную, замечательную сонг реквестами со Spotify. А, черт, я что-то забыл, их же не починили. Ладно, можно что-нибудь придумать будет. Ой-ой. Не в том я нырять начал. Кем у вас группа? Окей, хорошо, хорошо, хорошо. Спасибо. А, какие-нибудь ресы. Титан, отлично, раз. И нам нужен второй. Всего лишь два титана. Давай, играю. А, жопа! Не кусався. Опа. Чё, заберу на всякий случай? Чё бы и нет. Пригодится. Самый влажный чумба завел самый душный играч. Моки вредина. Да это чё душного-то в этой игре? Здесь даже кислорода нет. Кажется, я понял, что в ней душно. Подожди, Оливер, мы сегодня с тобой не здоровались разве? Почему-то у меня было ощущение, что мы уже виделись. Это все из-за Дискорда. Я уже начинаю терять грань, знаете, когда мы здоровались, когда не здоровались. Здравствуй, Оливер, если мы с тобой не здоровались, во-первых.
Во-вторых, ты же знаешь, она сейчас закончится, и мы пойдем в РП, поэтому ты открыл стрим. Именно сейчас, потому что знаешь, что мы вот буквально через короткий промежуток времени пойдем в этот... в РП. Вроде с Ютуба можно делать. Да, там куча инструментов делать с Ютуба, но я просто хотел через RootinChat сделать. Там они выпилили функционал заказа с Ютуба. Сделали через Spotify, но там все поломалось, и он не работает. Поэтому пока отложил эту идею. Наверное, какой-нибудь Нил будем с заказом музыки играть. Потому что запись с Нио, ну, скорее всего, не будет. Ну, типа, зачем? Можно ее не сохранять. Во-первых. Во-вторых, музыки охота послушать. А, чего, блядь? Стрим 2 часа идет? Ё-мо, народ, я только уведомление получил. Ну, в смысле? Ты же знаешь, что мы начинаем в 6 часов. Жесть, для кого анонсы пилятся целыми ночами? Так, что я здесь делаю? А, пытаюсь построить снеговика. Я так понимаю, внутри он не построится, да? Да, внутри он не построится. Я знаю, где его можно построить. Где там у нас зарядная станция для... мотоцикла. Ой-ой. А реально, где она? Здесь же вроде бы, да. Сломать снеговика. Блин, одно неверное движение, снеговик сломается. Все, мы построили его, балдеж. С спокойной душой можно даже идти в РП. Так, планы на следующий раз. Значит. Надо скинуть костюм, во-первых, который нам не нужен. Давай возьму воду с собой. Так, планы на следующий раз. Еще одну силиконовую резину зачем-то сделал. Да как это вообще происходит? Силиконовая резина. О. Что-то не понимаю, я. Что-то пытался скрафтить. Вот это. Два гелеобразных мешочка, черт побери, надо забрать их. Кстати, по поводу фильмов. Короче, я хотел посмотреть фильм под названием... фильм ужасов хотел посмотреть под названием... Названием «Детские игры» 2019 года про там Чаки. Да, но он отменяется. Либо мы посмотрим два фильма, потому что мне обязательно надо посмотреть фильм «Ловушка времени» 2017 года. Вот. Прям обязательно, потому что иначе мне в субботу нас спойлерят. Такой уговор у нас там был. Так, «Ловушка времени» идет час 27.
А детские игры идут... Час 30. 3 часа. Если начать в 6, то можно... Слушайте, наверное, можно два фильма посмотреть. На завтра вроде и планов каких-то особых не было. Не знаю фильм с названием «Бу-бу-бу». А чё я сказал? Завтра мы посмотрим «Бу-бу-бу», «Бу-бу-бу», да? Короче, мы завтра посмотрим два фильма. Где-то с 20 минут с 7, наверное, начнем «Ловушку времени», а потом можно фильм ужасов, потому что фильм ужасов, ну, типа, попозже смотреть, чтобы уже стемнело немножечко. Это получается, мы начнем, точнее, закончим смотреть где-то 8 первый фильм, и не успевая на первый. Ну, и забей тогда, чё. А ты не смотрел его? Если его смотрел, тогда не переживай вообще по этому поводу. «Ловушка времени» 2017 года. Просто мне и фильм ужасов хочется посмотреть. Не смотрела, блин, ну... Возможно, там ничего интересного. Я ж не смотрю кино. Да я его тоже не смотрел, пока не обязал себя смотреть по минимум 2, а лучше 4 фильма в неделю. Так, сейчас надо быстренько скрафтить из синтетического волокна корневая капсула. Блин, я не помню, что за корневая капсула. Корневая капсула. Коралл? Нет. Мошонка капсула, вот. Сколько нам надо? Раз, два. Так, и синтетическое волокно. Чё у меня сегодня с дикцией опять? Синтетические волокна. На ужастике, надеюсь, успеет, потому что он 8 часов, она вроде как в 7:30 домой подкатывает. Хотя сегодня в 8 подъехал. Ну вот, даже запас будет времени. Так, вырезка спираль. Бля. Вырезка спиралевика и рубин. Ну, если рубин, то у меня есть. Что-то я не помню. Вырезка спиралевика. О, отлично, отлично. Замечательно. У нас даже все ингредиенты есть. Ребежка. Так себе представляю этот спецназ перебежчивый. Так, волокна сложить надо, чтобы потом это и вот это. Все отлично. Мы сделали все, что нам нужно. Считайте. Так, это говно вообще бесполезно, эту воду. Надо бы, наверное, с собой взять. Снежок, не думаю, что он нам пригодится, но я кину пока сюда. Так, аптечки с собой, все самое важное. Окей. Тогда чем будем заниматься в следующий раз? Во-первых, искать сюжетные предметы из крафта. Что нам из крафта нужно? Нам нужно найти третий чертеж на транспорт. Не забыть. Блин, нельзя повесить, да? Понял. На полярного лиса. А нам ничего и не надо крафтить больше. Нам чисто по сюжету идти опять. Параллельно, если что-то откроем, там уже под конец стрима скрафтим как раз. Ну да, да, все. Больше нечего. А, мы какое-то зарядное устройство, кстати, новое вроде бы засканили, нет? Все было у нас. Шкаф, настенный шкаф, изготовитель. Нет, это все у нас было. Место для мытья посуды. Угу. Душ. Не, я не собираюсь крафтить душ. Ну все, нам ничего даже крафтить не надо. Нам сейчас по сюжету идти. Балдеж. Сейчас надо еще энергию закинуть, чтобы потом стартануть сразу. Идешь под деревьями, он под ними еще хуже идти. Ну да, 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 да. Сегодня приснилось, что я дембельнулся. Ехал, значит, в поезде, нюхал вонючие носки, да?
Блин. Там воняло, отъехал, спал, набуханный, вот это все. Черт, рано запер. А у нас сегодня весь день была жара. Вот сейчас сколько там показывает? Дома 28, на улице 25, ни хрена себе. Ну я тоже надеюсь, что придет. Хотелось бы прохлады, свежего воздуха и вот этого вот всего. Слушайте, вот эти хрени, они вообще не расходуются. Я их оставлю здесь, мне интересно вообще, они закончатся или как? Ну, нас редко свет вырубает во время грозы. Если только ветер сильный, какие-нибудь провода обрубит, потому что наш же идиоты до сих пор не научились провода пускать под землей. Все еще пускают столбами, и это проблема. Они вечно обрываются, ломаются. У нас смешно было буквально пару лет назад. Заменили старые столбы на новые. Через год эти столбы прогнили, и их снова заменили на новые. Чтобы вы понимали, те старые столбы стояли, ну, лет 40-50, наверное. А эти за год сгнили. Такой посос. Как можно так делать? Просто по улице шел при параде, весь такой нарядный, и девчонок клеил. Это все, ради чего стоит сходить в армию и дембельнуться, да? Потом, когда ты шел в армейской одежде, тебе такие: о, вау, дембель. Пожрать забыл. Я сейчас так тогда сделаю. Еще и с собой можно, кстати, взять пожрать. А нахрена вообще нужна вода? Если есть эта штуковина. Она восстанавливает... А, 15 воды, ладно, не так много. А слэш Мижа, не ми слэш. Есть такая команда на Твиче. Так, состояние 70%, полностью заряжено. Ремонтный инструмент, настало твое время. А где ты отслужил? Гордишься? Ну чё, погнали в РПХу?